Ну что, давайте продолжать развивать нашу... Это что такое? Это ты стучишь, слышь, падла? Развивать нашу заправку дальше. Наш бизнес. Так, сейчас мы тут отпустим. Опа, молодец. Да, бонжур, что ты хочешь? А, ты, падла, просто выкинул, да, у меня тут мусор? Хорошо. Так, нужно будет посмотреть, купить мастерскую. Но чтобы купить мастерскую, мне нужно сначала заработать денежку. Ой, а он перевернулся. Ага, вывоз мусора. Надеюсь, его отпустит. Прикольненько. Так, у нас второй уровень. Хорошо, давайте посмотрим по поводу уборки. Нужна ли тут уборка? Ну, походу, нет. Можно, я думаю, в принципе, заняться покраской. Давайте займемся покраской. Блин, а не надо ли ехать сейчас на тракторе поднимать мусоровоз? Или он с утра сам расщеклится? Или давайте попробуем заказать вывоз мусора. Может, реально он... Так. Ну сейчас, погоди, мы закажем. Улучшение услуги вывоз мусора заказать. Все, выход. Привет, что тебя привело к нам вечером? Чипсики, да? Чипсики, говоришь, хочешь купить у нас? В смысле, ты расстроена? Ну, сори, это в подарок было ж. Ля ты шкура. Так, 200 баксов, это маловастенько. Ага. Блин, пробовать поднять его? Ну, то есть пробовать его перевернуть. Хотя, наверное, навряд ли, да, у нас получится. Но, возможно, он утром сам перевернется. Да, такого у меня еще не было. Если честно. Поехали, пробуем перевернуть. Да не дуди ты, не дуди, еду я. Давай, 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 давай. Неужели? Хоть бы спасибо сказали. Прикольно. Так, давайте попробуем расчистить вот тут вот. Немножко. Ага, расчистили, проверяй. Расчистили, проверяй. Что вам, офицер? Что вы желаете? Давай. Что еще? Хорошо. Все. А можно там не сигналить, пожалуйста? Я и так не успеваю. Вы сами видите, разрываюсь. И налево, и направо. Так, мне нужна канистра. Мне нужно заправить. Хорошо. Слышь, не дуди. Все, 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 не дуди. Ой, ё. Я таки извиняюсь. I'm sorry. Крыца, я таки извиняюсь, ребят. Ага, я выехать не могу, да? Давай, я еще тут сейчас застряну. Ну вы видели, он сам виноват, так что я тут ни при чем. Я реально тут ни при чем.
Хорошо. Давай назад. Разворот. Самое интересное, если я вперед не нажимаю, он, когда я налево нажимаю, направо поворачивает. А когда направо нажимаю на буковку D, то он едет налево. Странно это все, конечно. Ну ладно. Так, а что я хотел? Ага, я не туда поехал. Мы не туда с вами поехали. Так, появляйся, пожалуйста. Нужно будет, наверное, еще раз, да? Ездить. Вот видите, налево нажимаю, а он направо поворачивает. Блин, у меня клиент у кассы стоит. Хорошо. Ты ж на меня пожалуйся сейчас по-любому. Давай, что тебе нужно? По-быстрому сейчас это все сделаем. Да-да-да, пожалуйста. Баблосики, баблосики, зарабатываем баблосики. Мне нужно 500. Мне нужно 500 баблосиков, чтобы купить улучшение, мастерскую. Но в мастерской мы там будем машины ремонтировать, но я пока без него не горю желанием их ремонтировать, если честно. Нужно с этим мусором всем разобраться. Давай, выбрасывать. Отлично. Давай назад. Сделаем вот так. Сейчас пойдем заправим канистру. Аккуратненько. Не-не-не, аккуратненько. Так, заправлено, да? Тут убирать не надо? Надо. Хорошо. Отлично. Мусор, мусор, мусор. Мусор. До побачення. Так, это мы сюда. Это мы с вами тоже сюда. Так, где пакет? Все, побежали к нашему трактору. Бонжур. Так, сейчас мы заправимся. Поехали. Возможно, еще разочек, и мы сможем открыть эту вот штуку. Не знаю, конечно, что это такое. И что она нам даст для ремонта. Но ее ж, наверное, по-любому чистить надо. Только не решишь, ты застрял. Ну? Оно вообще не заканчивается, ты понимаешь? Оно реально вообще не заканчивается. Да не сигналь ты. Да сейчас унитаз тебе в окно кину. Всякие палочки здесь лежат непонятные. Может, после того, как мы поубирали, оно сейчас лучше станет, конечно, я надеюсь на это. Все, еще листик, да? Один. Так, клиент у заправки подождет. Я думаю, подождет. Всем поехали. Блин, как же реально это долго происходит все. Вот эти вот мне ваши симуляторы.
Просто в любом случае мне нужно будет очищать это все. Надеюсь, что песок потом из-за какой-то бури... Нет, так ее не появится заново. Идемте заправим тачку. Опять же, баблосики, баблосики. Так, бензин. Надо будет еще заказать еще на заправку нам бензина, потому что нам, наверное, маловасенько его будет, да? Так, я вас слушаю. Ага, Skittles, чипсики. Пироженка. Плюс еду нужно будет заказать еще. Так, заправить. Отлично, не то. Вот так вот, поехали. Сейчас попробуем еще раз, если не получится. Ну, значит, придется без записи это все делать. Блин, как же она долго его поворачивает. Так, давай. Угу, еще не все, да? Хорошо, значит, нужно будет пару раз так сделать. Тихо, тихо, тихо. Все, все, все. Поворот. Так, клиент в заправке. Давай тогда высыпайся, а мы сбегаем, заправим тачку. Заправим с вами тачку. Так, бонжур. Где он достал библиотеки? Понял. Ага, клиент у кассы. Так, мужчина, ну подвиньтесь. Так, я вас слушаю. Я вас слушаю. Шикарно. И теперь вас. На сладенькое потянуло, да? После спортзала, я смотрю. Да-да, я знаю, что я супер. Давай, уходи. Уходи, дверь закрой. У меня теперь другой. Все, мне не нужен больше твой. Номер книжки записной. Побежали. 450, еще 50 баблосиков, и все, и мы с вами сможем открыть мастерскую. Ну и тоже там в этой мастерской нужно будет тоже заказывать разные эти Q-детали. И без, это как его, работников реально будет сложно это все сделать. Ну то есть уследить за всем, нужны реально работники. Баблосики капали. Ну? Тихо. Она где-то появилась была. Ну давай, пожалуйста, игра. Еще чуть-чуть, еще давай, 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 давай. Во, видели вы тут? На секундочку появляется и исчезает. Надо еще уловить этот момент, попробовать.
Божечки, пожалуйста, игра. Ну ты ж такая хорошая игра. Ну, столько в прошлой серии с тобой об этом говорили, что напрягает вот эта вот штука. Падла, бесишь меня, я тебе продам эту заправку, взорву ее просто. Добрый день, что у вас тут на покупку? Отлично. Все, давай, 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 уходи. Я таки извиняюсь, но вы... Но вы тут селедку уронили. Я таки извиняюсь, но вы тут селедку уронили. Да не дуди ты, и ты видишь, я не успеваю. Рыбой всякой раскидывается. Наслетили мне здесь, падлы. Да, я вас слушаю, они могли сами заправиться, не? 21 век, ё-моё, вставили карточку, заправились, поехали себе дальше. Что вы вот это вот начинаете? Еще очищать это все. Да, это все. А теперь дерни отсюда. Пока меня тебя не дернул. То есть где-то должна появиться вот эта вот. Кнопочка, чтобы собрать. Она его не хочет собирать, ты понимаешь? Он реально не хочет его собирать. Либо я не понимаю, либо лыжи не едут, либо я, как говорится, не понимаю. Может, тут попробуем убрать. А здесь тоже, да, не появляется? Ой, ну и... Ну и все. Так, улучшение, давай, мастерская. Купить. Достижение разблокировано, я вас поздравляю. Что ты, зайчик, хочешь? Что тебе продать? Все, да-да-да, это то, что ты заказывал, я понимаю, молодец. Вот только не нужно здесь мусорить, пожалуйста. Рыбу свою еще тут забывают. Бегу, 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 что ты? Что ты маленькая? Все, удовлетворена. Отлично. Почта, мастерская. Хорошо, 97 баблосиков. Идемте сбегаем, посмотрим на мастерскую. Хорошо, хорошо, хорошо. Компьютер у нас тоже тут есть. Мастерская, подробнее. Требованиях. Окей. Так, это что? Ага, надо будет сюда тачку загнать и поднять, да? Да я слышу, не дуди. Давай закажем его с мусором. Все, отлично. И давай посмотрим, может, эта штука разлагала. О, чуть-чуть разлагала, хорошо.
Просто реально надо будет очистить ее. Я так понимаю, что если ты ее не очистишь, ты ее не сделаешь никаким образом. Ну, прям как здесь, мы помните? Со стоянкой делали. Так что давай сюда. Пошли сбегаем за бензинчиком. Заправим, отпустим. Отлично. Добрый вечер. Я диспетчер. Все, красивенько все сделали. Для кого я тут мусорное ведро ставлю? Скажите, пожалуйста. Пальцами не тыкай. Некрасиво. Неприлично тыркать пальцами. Так, ладно. Уровень топлива низкий, нужно заказать на соточку топлива. Доставка топлива на соточку, давай. Ага, 200 баксов, да? Хорошо. Нужно будет сейчас продать еще бензина и заказать на 200 баксов хотя бы топливо. Идемте, 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 идемте. Так, клиент у гаража. Топливо закончилось, клиент у гаража. Не дуди на меня. Что ты хочешь? Что тебе нужно? Так, ремонт. Отлично. А что тебе нужно отремонтировать, скажи, пожалуйста? О, молодой человек. Что вам нужно отремонтировать? Так, нажмите левую, получите информацию. Движок, капот, что у тебя, колеса? Нажмите Т, 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 Т. Так, используйте свой навык по умолчанию Shift. Увидеть, увидеть Shift. Ага, дверка, да, и колесо. Хорошо. То есть мне нужно взять что-то в руки, я так понимаю. Нет, не то. Колесо, наверное. Ну да. Угу. Прикольно. Так, отлично. А теперь дверь. По-моему, зеркало, да? Это у нас тут. Если я не ошибаюсь. Царапины на авто. Это оно? Да. Понял, понял. Все, отлично. Закрыть. Это выкинуть, куда бы его выкинуть? Давай сюда его выкинем. Все, парниша, забирай тачку свою. Как мне опустить его? Ага, у тебя еще здесь окошко. Это стеклышко одно, понял. Давай разбираться. Все, шикарно. Плюс 150 баксов. Пошли закажем бензина на 200 баксов. Детали, погоди, детали еще рано. Т, закрыть, хорошо. У нас, по-моему, все еще пока мисс есть. В принципе, ничего заказывать мы не будем. Нам нужно с этим сначала совсем разобраться.
Тихо. Отлично. Действительно шикарно, да-да-да. Иди-ка ты сюда. А, у меня бензин закончился, но я ничего поделать с этим не могу. Крис, можете написать жалобную книгу что-нибудь? Пожалуйста, зайчик. Так, ага, у меня бензина реально нету. Вот он едет. Давай тогда посмотрим, может поубирать надо, да. Поубирать надо будет чуть-чуть. Это выкинуть. Что у нас тут в уборной? Вроде все чистенько. Давай, заправщик, быстрей. Мне реально нужен бензин. И эту штуку еще очистить. Что это такое вообще? И как мне тебя отремонтировать? Да не дуди ты. Что-то никого нету, пока мясня никого нету. Так, давай быстро сюда. Да-да-да, давай. Давай. Чуточку быстрее, мужчина, можно? Я понимаю, что вы, в принципе, никуда не спешите, но... Мне бы заказать еще нужно детали для... мастерской. Шину за 37 баксов. Ну, давай за 35. Заказать есть. Так, разгрузить его со склада. Хорошо, пошли на склад. Как раз можем сейчас повыкидать половину ненужного, то что тут у нас. Пока мы ждем с вами тачку со склада. Потом мы уже будем красить весь этот склад, когда мы его расширим. По идее здесь должно быть расширение. Ну я так думаю. Я так на это надеюсь. Так, что у нас тут? Возле кассы, да, кто-то есть? Идемте посмотрим. Клиент на заправке. Сейчас, мужчина, одну секундочку. Мне здесь будет быстрее заправить, чем вас на кассе обслужить. Да-да-да, я красавчик, я знаю. Поехали, повыбрали. Все, хорошо. Отлично. Офицер, вы тоже скупиться, или вы пописюнить? Если вы пописюнить, то давайте. Крица, не стесняйтесь. Ну, раз это все можно выкинуть, мы выкидаем, ребят. Если пиграб сказала, что типа нельзя, то, наверное, вот не смогли это тяскать бы. Нам будет заказку мусора заказать, заказку, покраску, закваску, чисто чайный гриб сделать себе. Слышь, где доставчик, чё он так долго? Так, клиенту кассы, хорошо. 100 метров, отлично. Походу он застрял там, как обычно. Так, я вас слушаю. Чего желаете? Блин, надо будет накопить баблосиков. Заказать еды еще. Ага, понятно, что ты не можешь приехать. Ясненько. Сейчас 2 секунды. Механика игры меня прикалывает.
Оставил не в том месте точку и все. А как я тебе заправлю? Ага, могу, да. Хорошо. Тогда я отъеду, придурок. Клиенту гаражам. Сейчас, погоди. Вашим гаражом. Дай сначала тут разгребсти это все. Потом уже у гаража будет, да? Ой, ёптой, ты чуть не задавил меня, придурок. Давай, иди сюда. Опа. Шикарно, все, до побачення. Давай, давай, быстрей, быстрей. Ага, уже ничего не помещается. Так, в следующий раз, когда будем заказывать товар, наверное, уже... В следующий раз и поубираем. Сейчас мы закажем вывоз мусора. Так, услуги заказать. Да-да-да, не дуди. Отлично. Так, что тебя? Что тебя тут ждут? Так, стой. Сейчас, леди, буквально две секундочки, я беру весь этот хлам. Так, разместить все. Хорошо. Что у вас тут? Дверка, да, и колесико. Хорошо. Так, давай. Отлично, поехали. Шикарно. И у тебя тут поцарапано, да, я так понимаю? Да. Не кричите, я не успеваю. Все, шикарно, до побачення. Так, ага, ты писюнять, а тебя заправить. Надо будет сейчас подождать, пока тот отъедет, и заказать себе еще бензина, да, наверное? Да, низкий уровень топлива. Еще, наверное, на суточку. Все, 2 бакса осталось, хорошо. Давай попробуем сесть в наш трактор и попробую все-таки очистить ту штуку, которую мы пытались очистить. Может, оно разлагало? Но в любом случае, вы же понимаете, что нам придется это делать. Так что рано или поздно чистить нам придется это все. Так, стопы. Давай. Оно вообще не хочет улавливать, вы сами видите. У меня такое чувство, что кучек с каждым разом все больше и больше становится. Так, что у меня там полный бак? Да дай пройти, слышь? Пожалуйста. Крыса, дай, пожалуйста, пройти. Дай сюда. Клиенту заправки, клиент в мастерскую. Низкий уровень топлива. Так, в мастерской. Что ты тут?
Что тебе нужно? Колесо и этот, как его, хорошо. Давай, и зеркало. Зеркало заднего вида. Так, шикарно. Хорошо, и берем зеркальце. Надо будет заказать зеркальце еще, шину. Все. Достижение разблокировано. Ага. Шикарно. Так, это мы выкидаем. Ага, вот и бензин приехал. Шикарно. Да, я слышу, слышу, слышу. Я тебя сейчас вытащу с тачки и втащу тебе. Так, дай. Хорошо. Дай сюда зеркальце. Да ё-моё. Да, отлично. Дай я посмотрю, уборка нужна ли тут. Вроде не нужна, да? Здравствуйте. Рад приветствовать на нашей заправке. Ну все, все, он уехал. Кому ты тут дудишь, а? Дудун. Оно все не хочет, да, улавливать вот этот вот песок. О, тихо. Где-то было, видели? Ну? Ну, пожалуйста, ну улови песочек. Клиент у кассы. Отлад бесишь. Почему я должен это мучаться с этой штукой? Скажите, пожалуйста, товарищи разработчики. Почему я должен мучаться с этим песочком? Да-да-да, то что ты хотел. Давай, 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 давай. Отлично. Что у вас тут? Что случилось? Давайте осмотреть. Колесо, колесо. Хорошо. Два колеса. Нужно будет колесо сейчас заказать. Нужно будет заказать два колеса хотя бы. Так, шикарно. И давай вторую. Интересно, как он на таком до нас доехал сюда? Реально, как он сюда доехал на нем? Все, не благодарите. Доброе утро. Да, надо будет и ты заказать, надо заказать этого колеса. Мастерская. Так, доставка. Шины две штучки нужно заказать. Есть, отлично. Я смогу заказать себе еще топливо. Отлично. А магазин? Хотя бы покушать что-нибудь, да? Закуски. Не
могу, баблосиков не хватает, хорошо. Клиенту заправки, ну и... И стоит. Но она где-то его же улавливала здесь. Но почему он сейчас тут не улавливает? Не, это походу бесконечная будет яма. Все, не хочу. Не хочу. Так, мне еще задание нужно. Заправить 11 автомобилей. На кассе людей обслужить. Так, что у нас здесь чистенько? Давай пока докрасим. Не ту краску взял. Не ту краску взял, ребят. А вот это уже там. Так, клиент в гараже, хорошо. Ага, у меня доставка там. Как же бы у нее вот это все успевать бы так по-быстрому. Да, слышу, слышу. Давай, заезжай. Заезжай, парнишам, я пока месси это выкину. Только не задавите меня, пожалуйста. Ага, и бензин. Окей. Все, шикарно. Шикарно. Так, ну в гараже клиент, я думаю, подождет. Надо будет это повыкидать сначала. Но заодно, пока не знаете, мы тут ходим по 2-3 бочечки так за раз. Выбросить. Все, шикарно. Давай бочку. Закрывайся. Все, выходим. Тихо. Ой. Ой-ё, я сломал игру, да? Ну да, я могу. Не, ну ты видел, видел? Так, все, побежали. Слушаю вас, молодой человек. Что у вас? Колесо, 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 дверка. Ё-моё. Хорошо, что я заказал это все. Да? Блин, я не знаю по поводу рабочих. Когда у меня будет рабочий, я не помню, можно ли будет заставлять самих заказывать все, или мне нужно будет заказ делать. Вот это я не помню, если честно. Надеюсь, вы никуда не спешите, а я лично никуда не спешу. Может, даже с вами барбарисок отведаем. Мадам. Подсобки лежат. Грамм 200. Так, шикарно. Угу, еще одно. Так, клиенту кассы. Да-да-да. Шериф? Как оно? Вам барбариски не предлагаю. Так, нужно выкинуть. Берем. Вот сюда. Так, поставить, закрутить и
Отлично. Сейчас нужно будет взять еще эту штуку. Да, да, царапины. Двести бочинских, неплохо. Неплохо, что могу сказать. Что по поводу еды у нас еще? Хватает, либо не хватает? Маловастенько заказывать надо. Блин, а у меня баблосиков нету, честно, нету баблосиков. Может, дяде позвонить, денежку у него взять? Интересно, могу ли я просить в долг 2000? Либо не брать. Ребят, как думаете, у меня сейчас текущий долг 0. Мы сейчас с вами работаем на себя. 400 бакчистских у нас есть. Просто можно было взять бы 2000 и закупить товар у себя. Или попробуем своими силами, как думаете, заработать. Так, это мы выбрасываем. Так, офицер, можно не на пол бросать, я таки извиняюсь, а бросать в мусорное ведро. Ходишь тут, что Золушка за вами убираешь. Блин, надо еды заказать. И топливо заказать надо. Так, чипсики. Надо что-нибудь самое дешевое поискать, а дешевого больше и нету. Недостаточно средств. Ну хотя бы давай по вот так. А что, у меня 400 баксов, я что, не могу заказать? Да помолчи ты. Заказать не могу, я не могу. Не могу поднять ногу. Мало места на складе. А что тебе тут мало места? Так, мужчина, дайте пройти. Да, успокойся ты. У тебя тут мало места. А чем он у меня тут занято все? Чем у меня такие, извиняюсь, оно всем занято? А я могу как-то улучшить на склад? Так, уровень 1, требования. Мороженое. А что у меня на складе лежит такого, что я не могу? Прям не могу. Ну ладно. Я вас слушаю, что у вас случилось. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Надо шины будет заказывать. Я тут на одних шинах так разорюсь. Так, отлично. Давай тебя. Где ты? Ага, вот с этой стороны. Да, надо будет сейчас заказать, наверное, шины. И плюс еще бензина заказать. По поводу еды пока мест не знаю, будем ли мы заказывать, но мне не хватает места на складе. В чем-то причина, что мне не хватает места на складе. С чем это связано?
Так, я эту штуку, да, наверное. Угу. Найс. It's very perfect. Так, здравствуйте. Молодой человек, я вас слушаю. Опять чипсики, да? ММДМсик. Ну да, have a nice day. Доставка. Давай детали, шины. Давай 6 штучек. Давай еще смотреть. Давай по 18 баксов закажем тебе. Почему у меня на нету места? Я не знаю, ребят, честно, без понятия. Честно, без понятия, что с этим местом делать. Ну, то есть, как его расширить. И что у меня там занято прям так много всего. Так, улучшение, мастерский склад. Второй уровень нужен, да? Так, управление, ага, ага, ага. Ну и посмотрим, почта, не то. Инструменты, декорации на территории, пальма во дворе. Ну, пальму могу поставить. Есть. Пятьсот. Ага, у меня нету, да, 500, да, нету. Ладно, пока месяц это мы отложим. Склад, да-да-да, я слышу, слышу. Не дудите, пожалуйста, мужчинам. Это я вам подудю. Так, давай смотреть. Надеюсь, он успел выехать. Надеюсь, реально он успел выехать. Так, что нам надо сюда разместить все. Почему у нас на складе так мало места? Кто мне скажет? Так, сколько мне надо еще по заданию заправить автомобилей? Угу. Понял. Отлично, и 25 человек, да, на кассе обслужить еще? Ну, мужчина, вы куда пошли? А, вы просто помусорили и ушли, да, я так понимаю? Чисто помусорили и ушли, молодцы, умнички. Так и надо. Так, дай сюда. Надеюсь, нам еды хватит обслужить 25 раз, потому что что-то я реально не понимаю, почему я не могу заказать еду, почему у нас мало места. Может, напитки заказать? Мало места на складе для начала доставки. Почему мне мало места? Кто мне скажет? Так, прочее. Что это такое? Это типа мы можем купить, да? Парковку еще одну. Недостаточно денег. Туалет. Склад. Для этого обновления
Необходимо более высокий уровень станции. ВСТ слишком низкий для этого. Хорошо. И что мне делать? Надо будет в следующих сериях думать, как улучшить наш склад с вами, ребят. Потому что это реально не дело. Места мало вообще. На этом складе. Может, реально поубирать надо просто это все? И тогда места больше будет. Навряд ли, конечно, это так работает. Но попробуем. Так, Мишка-шериф. Отлично. Надо будет сейчас мусор заказать. Вывоз. Так, давай, наверное, поскидываем это все. Все куда-то туда. Потом уже будем разбираться. Надеюсь, мусоровоз это все вывезет. Я на это надеюсь. Может, реально нужно просто поубирать это все, и тогда у нас места больше будет с вами. По-другому мы никак не узнаем. К сожалению, кажется, я не на стриме, и мы об этом никак не узнаем. Сейчас еще сено надо будет это повыкидать. Так, хорошо. Осталось совсем чуть-чуть. Прям крапулечком. Так, дай сюда. Оставим здесь, потом это повыкидаем. Клиенту заправки. Так, ну раз уже начали, давайте уже заканчивать, правильно, с этой штукой. Потому что сейчас опять то колесико, то окошко, то еще что-то ему починить надо будет. Так, буквально еще чуть-чуть. Ой, не-не-не, можно выйти. Играть на гитаре я не хочу. Так, отлично, отлично, отлично. Еще чуть-чуть. Блин, надеюсь, это поможет. Если не, будет печалька. Потому что реально мы не сможем заказать себе еды на склад. Типа, что он переполнен у нас. Хотя с чего вдруг? Кто мне скажет? Блин, если сейчас тут мусорщик застрянет, я буду орать с этого. Все, пошли тем. Клиенту кассы X2. Добрый день, вы будете целый день, да, тут стоять, я так понимаю? А, то есть ты ради этого стояла, ждала, да? 200 дней, понял. Женщины? Что с них взять? Да-да-да, я красавчик. Так, ну все, у меня 500 баксов есть. Я ж могу, надеюсь, я.
теперь падла с этими мешками. Где мешки? Кстати, мусор, мусор, мусор. Заказать мусор, вывести. Так, услуги, вывоз мусора, заказать. И давай смотреть склад. Доставка, магазин. Напитки. Напитки, напитки. Закуски. Почему я не могу? Кто мне скажет? Кто покажет, кто расскажет? Так, большой стенд для напитков. 200. Маленький стенд для напитков. Мороженое. Малая витрина с мороженым. Давай закупим одну. И давай для напитков закупим одну. Все, мы ж купили. Здравствуйте, мужчина, погодите. Ой, не то. Так, отлично. Стеллаж для напитков. Давай, наверное, куда-то... Вот сюда, да? Отлично. И теперь еще у меня остался... Вот так вот. Ой, кривенько, косенько, да? Сейчас сделаем красиво. Все, оно, склад. Положить, разместить все. А, вот из-за чего у меня места не было на складе. Закусочка здесь. Шо, кто ты там дудишь? А, понял. Вот, ребят, в чем проблема была, видели? Я теперь знаю. Так, доставка, закуски. Чё, опять места мало? А, недостаточно средств, понял. Все, теперь разобрались. Шикарно. Все, отлично. У нас тут мороженое будет, пирожное, напитки будет стоять. Так, напитков у нас много всего, хорошо. Отлично. Так, ребят, предлагаю на этом серию закончить. В следующей серии будем продолжать с вами наши, так сказать, приключения, развивать наш бизнес. Без вас играть не буду. Так что потом сходим сразу в следующей серии, починим тачку. Обслужим еще в магазине 25 человек. И дальше мы уже с вами посмотрим. Так что все. Всем мур-мур, да потом и пока-пока. Говори, борода, пока-пока. Все, всем до потом, ребят.